Сегодня всем привет. Вот решил записать видео по манкам. По манкам нашей охотничьей команды Мания. Манки наши так и называются Мания. Вот покажу гравировочку. В последнее время прям много стало поступать вопросов. Вы все пишете. Пишите в Одноклассниках, в WhatsApp пишите, смс-ки присылаете, звоните. Как узнать звучание, чем отличается тут манок от того. Попробую сейчас записать это видео. Делаем мы манки на утку, на белолобого гуся и на серого гуся. Сейчас в данный момент мы поговорим за манки на белолобого гуся. И потом еще сделаю отдельное видео про утку и отдельное видео про серого гуся. Ну, чтобы не растягивать весь процесс, а будет три отдельных части. Вот, решил записать про белолобого, потому что сейчас, я думаю, это как раз актуально. Сейчас как раз к нам на Кубань подтягиваются гуси. И попробую рассказать, что, как и почему. Есть два вида наших манков, именно на белолобого. Есть изготовление из дерлина. Это такой музыкальный материал. Он очень прочный, приятный на ощупь. Вот такого черного цвета он идет. И есть акриловый манок. Это акрил, тоже очень-очень прочный материал. И он у нас идет с латунными кишками. Вот я открою, чтобы было видно. Вот это латунные. А вот это кишки сдерлина. Вот так они выглядят. Поближе сделаю. И это латунные. В общем, что хочу вам сказать, показать, рассказать. За эти манки звук у манков латунных отдельно немножко отличается тем, что у латунного манка у него есть металлический призвук. У гусей есть такой призвук, у белолобых, кто слышал много гусей, тут примерно понимает, о чем я говорю. Вот, хотя, конечно, если прям принципиально разбирать все это, ну, знаете, ребят, это много зависит от самого манильщика. Как он преподнесет этот звук, как он умеет работать манком. Не так, что там, допустим, кто-то думает, что купил манок с латунью, и все, прям это волшебная дудочка, и все гуси к нему прилетели. Нет, в любом случае надо учиться, надо тренироваться, им пользоваться. Также, например, манок с кишками сдерлина. Тоновая доска, клинышек, все сделано. Вот. Лично мне больше нравится манок, который выполнен издельно по звуку. Ну, все наши друзья, вся команда, многие предпочитают латуневые. Поэтому я не могу утверждать, что лучше, что хуже. Это мое мнение, это их мнение. В любом случае, это все в паре, всегда все работает. Всегда мы манки стараемся построить одни выше чуть-чуть, другие ниже чуть-чуть. И в итоге плюс у каждого свой выдув, своя подача звуков. И всегда получается красивая гамма, когда мы маним гуся. Что еще? Манок громкий. Если надо сделать дальнюю дистанцию, видите, какой большой выход. Но одновременно он может быть очень тихим. Ну, я сейчас покажу звучание. Единственное, парни, нахожусь в помещении, не знаю, как камера передаст звук. Она, как правило, режет звук, не показывает всю настоящую гамму, как это все вживую. Но в любом случае, я думаю, будет понятно. Ну что, давайте попробую вам показать. Начну, например, с манка с латунными кишками. Я отойду подальше, чтобы камера не запирала ее и звук сильно не резала. Начну с дальнего призыва и потихоньку, как будто мы предвидели в стрельбе. Ну, тише, 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 и уже вот стрелять. Коротенькую программку сделаю, там буквально 30-40 секунд. Bye.
теперь возьму с кишками сделано. Да, ребят, что можно и тихо, можно и громко сделать звук. А когда у вас, допустим, в команде 2-3 человека манят, и у одного манок там чуть выше настроен, другого чуть ниже, получается просто прекрасный реалистичный звук в 2-3 манка. Ну, главное там не переигрывать. Конечно, так не надо же на охоте манить. Вы все прекрасно понимаете, что это ж я показал небольшую программку. А на охоте мы так не маним, конечно. И это, что еще? Да, в принципе-то и все, ребят. Все, что хотел, все сказал. Единственное, могу от себя еще добавить, что, в принципе, манков уже много. Уже они в полях, в болотах, у людей на подвесах висят. В принципе, уже могут вам попадаться. Подойдите, спросите у человека. Думаю, никто не откажет никогда. Покажет звук, покажет реально, как он выглядит на ощупь. Плюс вы сами можете попробовать в него поманить, подержать. То, что камера это одно, а реально вживую на него посмотреть другое. Тем более уж попробовать на звук. Ну так все, ребят. Если будут вопросы, пишите. Узнавайте, задавайте. Все, что вас интересует. Я, может, что-то забыл, что-то упустил. Кому-то, может, что-то непонятно. Ну все. Давайте, друзья. Всем удачи, всем пока. Всем привет, парни. Решил записать обзор за манки. За манки охотничьей команды Мания. Это наши манки. Они так и называются. Мания. Есть у нас манки утиные, есть гусиные, и, блядь, Саша все запорол.